Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня у нас новый мастер-класс. Приближается Новый год, и поэтому нам хочется украсить все уголочки нашей квартиры и домов. И даже двери нам хочется украсить на Новый год. И на Новый год мы будем украшать входную дверь дома или квартиры веночком. Покажу вам веночек. Я его уже сделала. Вот такой венок. Из органзы, шаров, бусин и ленты на металлической основе. Сейчас все вам покажу. Вот такая вот лента продается в фикс-прайсе различных цветов. Вы уже знаете, она не один мастер-класс у нас участвует. Шары, купленные в фикс-прайсе. Вот они. Средний размер. Также в синем цвете. Насыщенно синий цвет. Я взяла такой вот он, блестящий и покрашенный. Затем из набора нам нужны маленькие шарики. Бусы. Красивые бусы. Серебро. Но это у меня серебро, а можно любой. Органза. Такой салатовый цвет, но у меня был синий, я уже весь истратила. Итак, мы берем органзу любого цвета, какой вы хотите. Можно сделать в девичью комнату, ну, наверное, в нежных тонах, в розовых, припыленные розы. Ну, какая вам нравится. Разрезать ее на вот такие вот полосочки. Наверное, плохо будет видно. Ну, прозрачная она, на полоски любой ширины и любой длины. А каркас к этому веночку тоже ведь из фикс-прайса, да? Вот такой вот каркас. Он пластиковый и был обмотан зеленой мишурой. Если так вот на него на витрины посмотришь, то ну никак он не понравится. Если перевернешь его вот с другой стороны, то как раз можно подумать, что что-то с ним можно сотворить. Я купила, сняла эту мишуру и решила сделать веночек. Тем более веночки я делала в прошлом году такой же. Ну не такой, а в другом немножечко исполнении. Подарила его. Пришли в гости, я как раз вот подарила, кому мы пришли. Так, что нужно сделать? Вот, ну, с обратной стороны лучше показывать. Вот этот вот первый круг, я украсила как раз органзой и лентой. Вот эту ленту и, допустим, круг. Я уже так примерно показываю круг. Берем органзу, складываем пополам. Обнимаем круг. И привязываем. Вот так. Здесь расправляем. Опять берем органзу, складываем пополам. Обнимаем. И обвязываем.
между органзой я пустила как раз вот эту ленту. Отрезала тоже так же отрезочек, сложила пополам и также обняла круг. Затем мы будем приклеивать вот эти шары. Опять гамму шаров, цвет шаров можно подобрать любую. Ну, какой вы хотите. Наверное, все-таки приближенное будет к фатину. Какой фатин? Если салатовый, то где-то салатовый, желтый, красный. Можно фатин красный, потому что у нас сейчас год золотой, красный собаки. Так говорят. Вот. Но я выбрала вот такой вот цвет, потому что у меня будет гостиная вся вот в таком цвете, елка в таком цвете. Так вот, мы берем шары и убираем у них вот это вот, на чем крепится. Мы ее убрали. Горячий клей, пистолет. И будем приклеивать, вот если показать с обратной стороны, будем приклеивать вот где фатин. Будет приклеиваться очень даже хорошо. Вот так вот. Вот здесь вот прям приклеивается запросто. Потом мы берем вот эти вот бусики и приклеиваем по второй уже вот эту гирлянду из бусин. Затем на последнюю мы уже будем приклеивать маленькие шарики, тоже предварительно убрав у них вот этот вот. И мы их вот так вот приклеиваем. Вот и все. Очень просто, ничего сложного. Можно даже это делать с детьми. А можно сделать вот как раз гостям, как я в прошлом году делала веночек на дверь гостям. Гости были очень рады, удивлены, что с таким подарком. Вот, а еще хотела с вами посоветоваться. Этот же у меня для себя веночек. Нужно ли вот такие вот рождественские цветы мне куда-нибудь вот сюда вот приклеить? Или это уже будет лишнее? Я не стала крепить, потому что решила с вами посоветоваться. Может быть, в серединочку куда-нибудь его вот так вот. Ну, не знаю. Хочется мне какой-нибудь вот такой вот цветочек, или даже, может быть, три цветочка. У меня их осталось три. Возможно, как-то три их. А может быть, и уже будет лишнее. Наверное, все-таки лишнее. Не знаю. Посоветуйте мне. А может быть, вот один вот так вот. Пока ничего не приклеиваю. Жду ваших советов в комментариях. Вот веночек. Если вам он понравился, делайте. Пока-пока. А с вами была Светлана.